Для молодежи реализуется республиканский проект по заказу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан «JAS Project». Благодаря нему граждане категории НИТ могут получить малый грант на реализацию собственных бизнес-идей на сумму до 1 миллиона тенге. Только за прошлый год количество одобренных заявок по стране превысило 250. Программа JAS Project направлена на финансирование социальных проектов и бизнес-идей молодежи, в особенности из сел, а также уязвимых групп населения. Проект помогает вовлекать молодых людей в социально-экономическую жизнь своего сообщества. Для того, чтобы оставить заявку, кандидат должен быть без постоянной работы, а также предоставить свой стартап. Основные цели JAS Project – это создание условий для развития молодежи, в особенности из уязвимых групп, поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития местного населения, обучение участников новым знаниям и навыкам по социальному предпринимательству и профессиональному росту. Проект JAS Project, он направлен на молодежь, которая относится к категории НИТ. Заявитель, он должен быть гражданином Республики Казахстан в возрасте от 18 до 35 лет. Он должен иметь прописку, да, на территории региона во время заявки подачи. И также он должен иметь статус, что он нигде не трудоустроен и не обучается. Проект, он реализован в 20 регионах страны, и с 9 октября уже стартует прием заявок. Прием заявок будет осуществляться Алдарским штабом ЖАСЛ-ЕЛЬ и до 22 октября 2023 года. В ходе участия в проекте кандидат получит грант на сумму до 1 миллиона тенге, а также полноценное обучение в онлайн и офлайн форматах. Каждого участника будет сопровождать ментор, который будет помогать правильно распределять ресурсы. Благодаря проекту в основном открываются досуговые центры, пекарни, мастерские и другие социальные объекты малого бизнеса. Василий Павлидзе, Жерсон Амырзак, Кокшиакпарат.